В Кыргызстане за сутки выявлен 161 случай инфицирования ковидом. В Баткенской и Ворской областях коронавирус не выявили. С начала пандемии в республике зафиксировали 89 438 случаев заражения. За минувшие сутки умерли 3 пациента, выздоровели 108 человек. С марта 2020 года коронавирусные инфекции в стране по официальным данным переболели 85 496 человек. На стационарном лечении сейчас находится 690 пациентов. На амбулаторном 623.